канала «Выйти за красную линию». Здравствуйте, здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Чтобы время не смотреть, прям понеслась, да. Не как голкипер, а как сценарист и продюсер. Скажите, чем футбол похож с работой над кино? Футбол – это тоже своего рода искусство. Все-таки спортсмены, выходя на футбольное поле, в частности, футболисты, показывают то, что они умеют, то, что они оттачивают на тренировках. Наверное, кино – это все тоже точится какими-то пробными фильмами, шагами. Я, конечно, не стремлюсь стать титулованным режиссером документального кино, спортивного, но первые шаги какие-то делаю, там посмотрим. От Василисы вопрос такой женский. Вот я стала женой футболиста. К чему мне готовиться и чего не надо бояться? Наверное, к Екатерине нужен этот вопрос. Все зависит от того, что себя представляет футболист. Я всегда своей супруге говорю, что я идеальный, поэтому ей повезло. Я не знаю, что ей попалось у этой девушки, но надеюсь, хотя бы половина меня. И уже хорошо. Ой, нет, не дурашка. Раскраснилась. А если бы вы оказались в Древнем Риме и стали единственным, кто знает правила игры в футбол, воспользовались бы? Изменили бы что-нибудь в правилах? Ну, прям Древний Рим. Ну, прямо вот так, так вот потянуло туда, да? Я бы, конечно, брал бы, безусловно, отрицательную составляющую нашего футбола. Это мат. Фанаты должны уважительно относиться к, не только к своей команде, но и к команде соперника. Что касается быстроты в футболе, давал бы меньше количества времени для того, чтобы исполняли стандартные положения. 6 секунд, 5 секунд. И вот не успел, все, мяч переходит к команде соперника. Дерзко. Ну, дерзко. Да. Древний Рим много потерял, мне кажется, сейчас. РФС такой подумывает об этом. Евгений, моему сыну 8, он спортсмен, но говорит, что еще хочет быть и певцом. И спрашивает у вас, а можно ли быть певцом-спортсменом, ну или вот придется выбирать? Кажется, шоу-бизнес, конечно, с футболом хоть и рядом находится. По мне, лучше что-то одно, но хорошо. Другой момент, что детишкам, конечно, надо попробовать дать все. Пусть поет, пусть играет в футбол. А дальше пусть сам выбирает, чем хочет заняться. Не могу отучиться пинать дверь в раздевалку. Это, наверное, спортсмен какой-то юный пишет. А как вы отучились? Пинали ли? И вообще, пинаете двери? Нет, я очень сдержанный. Но я видел несколько ситуаций, когда вылетали двери, или в них дырки от ноги оставались. И вот у нас... Ну, вы меня поймали. Да, мы поймали, да. А мы отправили это в Воркуту. Вот там девочка на входе, Иман, она меня слезно просила попросить автограф отдать ей. Дерзко так поступлю. Просто воспользовались своим служебным положением. Да, да, вы прям зачастили. Ну куда нам? Нет, вы что, у меня же там, а даже меня же разорвут там. Спасибо вам огромное. О, боже мой. Забирайте, государство не обеднеет.